чем мы занимаемся, расскажем. Мы ищем интеллектуальных людей в чат-рулетке. Мы задаем вопросы, и человек отвечает, правда это или неправда. И если он ответит на 10 вопросов правильно, то мы отправляем подарок. Ну, это будут деньги на карту. Вот. Если человек ответил на 10 вопросов, вот, у него есть 2 права на ошибку. Вот. Но за каждую ошибку, чтобы пойти дальше, человек рассказывает какую-то интересную историю, которая будет, ну, прикольная из жизни. Это может быть постыдная история или просто что-то интересное. Играем? Давайте я вам задам 2 вопроса, чтобы определить вас уровень. Если вы на них ответите, будем играть. Согласны? Мы можем, да. Окей. Один вопрос очень простой, второй более сложный. Правильно? Да, да. Так, я хочу видеть второго, чтобы он там на компьютере не набирал ничего. Руки Окей. второго хочу видеть. Все, давай. Давайте. Третьего нет. Давайте. Переиграли нас, давайте. Я сразу говорю, мы не самые умные, мы вопросы искали. Понятно. Поехали. Давайте. Столица Австралии. Бля. У нас не такие вопросы. У нас правда или неправда. Ты знаешь, что лицо Австралии? Не Рио даже. Нет, чудак, это Бразилия. Нет, это не Бразилия. Австралия, столица Бразилии, это Бразилия. Ах, ребятки. Ну, вот смотрите, вы ищете вопросы, ну, людей, чтобы задать им вопросы. Ага. Простейший вопрос, сами не знаете ответа. Как такое происходит? Не помним столицы. А в чем мы, ну, мы задаем вопросы, но мы же не обязательно должны знать. Дело не в этом. Давайте вернемся к началу нашего разговора. Помните? Да. Мы проверяем уровень людей. Вот, в ответ я, услышав это, решил... Мы сказали, не проверяем уровень, мы сказали, мы ищем самых умных. Ищите самых умных. Ну вот. А я думаю, ну ведь вы должны тоже быть умными людьми, всесторонне развитыми. Ну, согласитесь? Конечно. Задал вам простейший вопрос. Вообще простейший. А там их было 2. Один простой, а второй сложный. Вы не ответили на первый. А можно сложно услышать? Можно сложно услышать? Да, конечно. В столице Венгрии город Будапешт. Из скольки городов он образовался и название этих городов? Ой, ну это очень сложно. Для этого нужна всесторонняя развитость в плане географии. Ну, к чему бы это? Ну, ребята. Либо... Да я все понял, ребят. Ладно, можно не продолжать. Либо можно у нас... знать, откуда вы. Да, конечно. Откуда? Из Венгрии. Ну, а если серьезно? Да. Серьезно? Из Австралии.